Здравствуйте, дорогие аквариумисты! Ну вот, начнем мы Новый год 2019 с посылки, которая немножко запоздала. Но это обычно бывает. Причем я говорил, что не посылайте мне, пожалуйста, ни TNT, ни DHL, ни Federal Express, а только нашей почте, потому что она приходит, а те возвращаются назад. Не знаю почему. Но все как положено. Вот она, то, что стояла под елкой. Все как положено. Таможенная декларация. О! Ну, они, конечно, думают, что у нас все работает так быстро. Особенно экспресс-почта. 28 числа. 28 декабря они отправили, ну и пришло это на Рождество. Но рождественский подарок тоже неплохо. Вот я его из-под елки извлек, вот он. Ну а теперь будем вскрывать. Вскрывать как обычно. О! Звук приятный. Так, закрыли хорошо. Это, наверное, уже наши здесь таможенники постарались, когда досматривали. Потому что все так просто у нас не бывает. Вот он. А, это надо теперь еще вторую часть разрезать. Ну, разрезать мне не привыкать. Уже стакась Амана, царство ему небесное. Мы знакомы больше 25 лет. Когда он еще сдавал свой Aqua Journal в Сингапуре. Вот она, коробка наша открыта. Все здесь. Написано было в декларации, что это плакат. Плакат очень приятный. Я люблю плакаты, у меня их целая коллекция. Прекрасно. Огромно. Вот они как упакованы, чтобы не мялось, видите, здесь добавляют вот такой легкий из пенопласта наполнитель. Да тут, наверное, не один плакат, по сути, по весу. Сейчас будем смотреть. О! Вот такая красота. А тут нам объявление. Сейчас я его открою. Вот люблю хорошую упаковку, чтобы здесь все аккуратно, чтобы все сохранялось, чтобы все было в лучшем виде. И у японцев это всегда так и происходит. О, какой! Ой, замечательный! Я уже целой коллекции собралась. Жаль, некуда, нет галереи, которой можно было бы все это дело показать. Так что вот у нас эту коробку я отсюда беру. О! Международный конкурс аквариумного дизайна 2019. Вот такая будет у нас прекрасная заставка. О! И тут у меня раз, два, три, четыре, пять. Да, пять обычно я просил, потому что бывал в определенных наших высоких инстанциях, где было очень приятно подарить мне, потому что они, в общем-то, оказывали содействие когда-то. Но сейчас не до того, сейчас все по-другому. Вот такой плакат. Так что вот, теперь есть чему радоваться. Вот, я его пока сложу, потом уберу опять его. А пока, суть до дела, лежал у меня под елкой это один день. Вот эта посылка из Японии. Пришло еще одно послание. Это, как обычно, журнал Aqua Journal. Aqua Journal уже тоже 2019 года, номер 279. Сейчас мы его опять распакуем. Посмотрим, что здесь. Люблю, вот я не умею читать по-японски, к сожалению, но уже поздно учиться.
как упакован, какой полиэтилен прозрачный. Я его берегу, использую, обертываю в него камеру. Вот такой красивый, замечательный журнал. Вот с обратной стороны, о, реклама. Значит, будет у нас, началась в ноябре 2018 и будет продолжаться до января 2015 года. Ну, своеобразная ярмарка Аквадизайн-Омана. Будут на ней распространяться системы Terra 30, о которой только-только я писал на сайте, и система DOA, это Акватерариум. Это то, что мне всегда нравилось, то, с чего я вот этот The International Aquatic Plants Layout Contest я начинал. Начинал, так сказать, и показал Омана хорошие, красивые такие вот цветы апоногетнов мадагаскарских. Это произвело, конечно, впечатление. Ну вот он, журнал. Вот это поздравительные открытки. Это то, что вы можете увидеть Plant Art Studio. Это то, что вы можете увидеть в цифровом виде. Все это есть. Вот этот NeoGlass во втором. Вот это как раз вот недавно я, по-моему, на сайте уже это размещал. Ну и, естественно, все прибамбасы с углекислым газом, новые, усовершенствованные. Ну и воспоминания о прошедшем годе. Был конкурс Омана замечательный, 18-й. Дай бог, чтобы это не последний было, потому что, в общем, много везде по всему миру развивается подобных конкурсов. Не все они такого, конечно, уровня. То есть все они мелкие по сравнению с конкурсом Омана. Омана вообще любил какую-то глобальную систему. Вот у него были саммит по аквадизайну. То есть одно само по себе слово. Но саммит у нас там обычно государственное, на государственном уровне что-то такое. А тут на уровне аквариум без границ, как я это называю. Собираются там люди из 20-30 стран, что тоже немного, немало, будем так точнее говорить. И обсуждают вопросы, что, как, зачем, куда, какие направления развивать, что делать дальше. Вот видите какой. Это DOI. Система Terra 30. Ну, замечательно, замечательно. Не надо ничего делать самому. Мы, конечно, в СССР привыкли все делать сами. И выращивать отдельные растения для себя, подбирать коряги. Я вот всегда в ужас приводил всех своих соседей, когда заходил на дачу в озеро нырять, брал с собой ножовку, чтобы там деревья, которые отпилены, так сказать, и выброшены с глаз долой под воду в это озеро, там купаться-то опасно. Сплошные коряги. Но я там лучшие коряги находил, отпиливал и показывал их. В общем-то, класс. Лучше я ничего не видел, скажем так. Одну даже большую вытащить сам не смог, припрятал ее там вблизи берега. Теперь уже, боюсь, не найду. Ну вот, видите, какой красивый журнальчик. Он, конечно, стал меньше по объему, меньше по формату. Но ничего. Так что с наступающим старым Новым годом всех поздравляю. У нас уникальное есть явление, есть Новый год, а есть еще старый Новый год. Красота. Желаю всем успехов.